В этом видео мы расскажем, как на плиты ЦСП смонтировать фасадную плитку. Цокольная часть здания подвергается агрессивному воздействию воды и снега, поэтому все материалы, которые применяются в этой зоне, должны иметь низкое водопоглощение и хорошую морозостойкость. Фасадная плитка Hauberg состоит из материалов, которые не впитывают влагу. Это битум, стеклохолст и окрашенные базальтовые гранулы. Традиционным основанием под фасадную плитку является ОСП, ввиду доступности и функциональности данного материала. Для цоколя рекомендуется использовать ЦСП как более стойкий к влаге материал. Они имеют низкое водопоглощение, высокую морозостойкость и прослужат на цоколе гораздо дольше, чем деревянные основания. Для работы нам понадобится шуруповерт, пила циркулярная, ножницы по металлу, нож строительный, рулетка, шнурка, строительный уровень, карандаш, угольник. Для монтажа плит ЦСП необходимо подготовить подсистему. Она может быть выполнена при помощи деревянных брусков, либо при помощи системы металлических профилей. Второй вариант наиболее долговечный. Для подсистемы используются металлические оцинкованные уголки и профили толщиной 1,2 мм. Они устанавливаются шагом по вертикали 500 мм, по горизонтали 400 мм. Плиты ЦСП монтируются на саморезы длиной 40-50 мм с шагом не более 300 мм. Между соседними плитами необходимо оставлять зазор 3-5 мм. В случае монтажа в несколько рядов плиты монтируются с разбежкой швов. Основание подготовлено. Приступаем к монтажу фасадной плитки. При помощи шнура наносим горизонтальную разметку, на которую будем ориентироваться при монтаже рядов фасадной плитки. Монтаж фасадной плитки на подобные основания осуществляется при помощи специализированных саморезов. Такие саморезы имеют увеличенный диаметр шляпки, благодаря чему надежно прижимают фасадную плитку к основанию. Монтируем стартовую полосу на 8 саморезов. Рядовую плитку монтируем на 5 саморезов. Саморезы устанавливаем ниже клеевых полос. Если саморез упирается в профиль каркаса, смещаем его на 4 см влево или вправо. Саморезы необходимо вкручивать так, чтобы шляпка плотно прижимала материал к основанию, а не продавливала его. Для этого предварительно нужно выставить оптимальное усилие на шуруповерте, поэтому рекомендуем перед началом монтажа сделать несколько контрольных закручиваний саморезов. Для того, чтобы закрыть клеевые полосы последнего ряда плитки, монтируем лепестки, которые остались от стартового ряда. Лепестки обязательно крепим механически на 2 самореза каждый. Внутренние и наружные уголки монтируем на те же саморезы, что и саму плитку. Монтируем цокольную планку. При помощи мастики фиксер и базальтовой посыпки оформляем шляпки саморезов для придания законченного вида всему цоколю. Цоколь готов. Аналогично можно оформить целиком весь фасад здания. Для создания качественной вентиляции цокольного этажа или подполья рекомендуется смонтировать цокольный дефлектор. Работа окончена. Такому цоколю не страшна влага, снег, наледь, а также механические воздействия. Подписывайтесь на наш канал, делитесь этим роликом с друзьями и коллегами и оставляйте ваши вопросы в комментариях.